данном мероприятии мы принимаем участие уже третий год, поскольку 9 мая – это такой большой праздник. Тоже не праздник, это вообще просто большая победа. И всегда приятно чувствовать себя, что в наших жилах течет кровь победителей. И почему мы с сыном участвуем в этом параде бессмертного полка, потому что мой дед Николай Спиридонович прошел 3 войны, участником был 3 войн, вернулся с ранением домой. Он имеет орден за мужество, был рядовым, но тем не менее он пришел победителем, и благодаря ему мы сегодня под чистым небом, под солнечным, замечательная погода, без войны, спокойно и счастливо живем. И Тимофея Штендер, это его дед Василий Николаевич, на тот момент он был достаточно молодым, военным, служил в горячих точках в Карпатах и уже защищал, скажем, мирное небо в послевоенное время. Ему также присвоен статус участника военных боевых действий. Он был стрелком. Я не помню, в каком он действовал. Потому что, к сожалению, в военкомате мы не получили таких данных. И еще у меня есть замечательный дядя, родной отец моего папы Василия Николаевича, Александр Николаевич Помилов. Он также принимал участие в Великой Отечественной войне, был участником такого знаменательного события, как встреча с американцами на Эльбе, награжден Красной Звездой и многочисленными наградами. Пришел с тяжелым ранением в голову, но ныне, к сожалению, они уже, скажем так, в мире ином, охраняют нас в другом качестве. Вот такая замечательная у нас семья. И нельзя ни в коем случае забывать, держать всегда нужно в памяти о том, сколько человек погибло в этой войне незаслуженной, какой ценой далась нам наша победа и сегодняшний мир, в котором мы живем.